Здравствуйте, меня зовут Соколов Михаил, я являюсь преподавателем Центра Специалист и веду курсы по направлению Microsoft. Приглашаю всех желающих послушать обновленную версию авторизованного курса Microsoft, версию с номером 20533C, инфраструктурное решение в Microsoft Azure. Курс будет интересен всем желающим изучить возможности Microsoft Azure, а также IT-специалистам, которые либо уже перевели частично или полностью свою инфраструктуру в облако, или планируют это сделать в ближайшем будущем. Также курс будет интересен специалистам, которые готовятся к сдаче сертификационного экзамена 70533 «Реализация инфраструктурных решений в Azure». Этот экзамен входит в состав целых двух сертификационных треков от Microsoft: MCSD Azure Solution Architect и MCSA Linux on Azure. Курс рассчитан на 5 дней или на 40 академических часов. В рамках этого курса вы научитесь создавать и развертывать виртуальные сети на платформе Azure, создавать виртуальные машины, создавать веб-приложения, мобильные приложения. А также в рамках этого курса вы научитесь планировать и внедрять службу хранилища для резервного копирования и восстановления своих данных. Также сможете планировать и развертывать службы баз данных Azure SQL и использовать службу каталога Azure Active Directory. В качестве предварительной подготовки для прослушивания этого курса рекомендуется наличие звания MCSA Windows Server 2012 или иметь эквивалентные знания. Всего доброго, до встречи на курсе!